Тип меня убил, брат, дробовиком. Красава. Ебать я мне, ты пиздос. Где? Так, у меня так-то патроны закончились. А тебе там накидывают? Хорош. Красава. Так, надо убрать чуть-чуть. А, ну интересно, как будет с подставочкой играться, удобно или нет. Давай чуть назад еще. Да, непривычно, что он так под углом стоит. Блин, ну это ж надо было именно его взять. Ага, класс, а звук у меня через ноут, заебись. Сейчас я буду со звуком играться, секунду. Аудио. Блядь. Так. Ага, пистолета не будет. Еще одна, да вы издеваетесь. Вадим, меня окружили, то и... Будь аккуратен. Так, на туре окружили. Одна сверху, другая. Пиздец, у меня же полтинник какой-то. Тебе не надо патроны на петушок, желательно. 80 штук. Тип меня убил, брат, дробовиком. Красава. Где-то второй должен быть. Пускаюсь, не вижу. Блять, ебучая турель. Так, надо сейчас чуть потише сделать. Она. У меня хоть дробовик более точно стреляет. О, а что этому прилетело? Давайте посмотрим. МП5. Нихуя себе, ты охуел. Не успел, да? Чуть-чуть не бывает. Не расстраивайся, ладно. Какой там штук, что ли? Да нет, типа шлепнул тоже с дробовиком. Допрыг. Он спокойно вообще. Показалось, что пистолет лежит. Так, все, тягаюсь к тебе, а то у меня сейчас где-то прикол пашет. Так, а что, его корешок не будет хлопать? Бежал. Турельку.
Кто-то прыгает вот, рядом. Ебать я мне ты пиздос. Где? Хорош. Так, у меня так-то патроны закончились. Да везет, не поверишь. Ага, еще один хуй. Ну их, блядь, вроде четверых уработало, их все равно 12 человек. Блядь, ну я буду за дроп, наверное, драться. Надо сейчас сразу позицию. Давай, у меня мука есть, я тебя с высоты прикрою. Ну нет, ты туда так далеко уйдешь. Ну я этот купил планшет, я его вижу, я его просто под крысью тут не. А где дроп? Блять, а дроп уже. Так, ну нормально. Нормально. Наверху где-то, да? Сука, наверх. А, это баблончик. Ну, класс. Конечно, хорошо, но я думал, это оружие. Ебать, и за мной прям по пятам кто-то идет. Вот такую чистую. И сейчас хуя кил. Не знаю, может планшет на зону взять или нахер у нас. И так понятно, да? Ну, не совсем. Ладно, давай возьму, деньги есть. Взять. Короче, Вадим, ты в безопасной зоне, прикинь. И я тоже. Мне без улучшенного планшета это было понятно. Ну, как же наверняка. А просто деньги девать некуда, сам понимаешь. Ну да, всех перестрелял. Да не, еще этот просто кейс дроп подобрал за деньгами. Блять, а что еще купить такого интересного? Сука, ну до тебя далеко, у меня мины нету, я бы тебе планшет отдал. Это и так нормально. А, не, Вадим, обломись. Вот где я стою, там безопасный зон. Бля, а где... Где мой Патрик? Далеко. Тебе кто-то летает, пустые. Да не хочется аж ближе подходить. Ого, там оружие. Six enemies remaining. Вадим, кто-то с этой стороны просмотр... А, нет, все, все, отошел. Отошел, отошел. Я не пойму, куда мои патроны делись. Five enemies remaining. Правильно. Так, тут какое-то месилово. С кем вы деретесь, Бал? А, они дроп разбивали. Калаш, походу, по звуку. Тут два черта. Сука. Не получилось. Вот сейчас должны уже просматриваться. Вот они, вот они. Вадим, они должны уже быть видны. Бля, я не понял, откуда
Ой, ебать, там жарко. Ой-ой-ой, да, это АК. Ты его видишь? Одного снял, второго нет. Вот там второй. Далековато. Оп. То он по тебе там накидывает? Хорош. И еще с этой стороны, вон оно. Сука! Аккуратно у него скорострел. Ну там, да, был на вышке. Красава. И темный экран, классный, правильно? Ну тоже тут затарили до зубов. Толовченко, хороший. Оказывается, он по мне стрелял, я думал, он меня даже не... Угу.